Всем привет! Появился у меня выходной, 2 дня выходного. Итак, ну, с чем всегда я сталкивался? С тем, что свечу, когда выкручиваешь, она всегда в пыли, в масле, в пыли. А все из-за того, что сосет мелкие частицы древесины карбюратор. Видно, как эти мелкие частицы попадают, проходят в сеточку нулевого сопротивления. Ну и естественно, вот и это вся вот эта вся каша попадает к цилиндру. Естественно же, эта каша попадает в коленвал, в подшипники коленвала, и начинается проблема. Увеличивается износ подшипников, износ игольчатого подшипника на самом коленвале, нижней части шейки шатуна. Верхняя часть шейки шатуна декрепится, устанавливается, вернее, поршень, тоже игольчатый подшипник выходит потом из строя. И это увеличивается износ. Увеличивается износ, увеличиваются, естественно, расходы на обслуживание. Пхал поролон. Ничего я не добился, потому что придушивает ее очень хорошо. Начинаю регулировать карбюратор. Закручиваю полностью винт H, но все равно ей не хватает. Ее льет, воздуха нету. Итак, и меня посетила такая мысль, а почему бы не попробовать именно с вот этой части мочалки, вот этой, добавить воздушный фильтр на бензопилу. Может быть, с несколько слоев, потому что, как мы можем видеть, плотность здесь меньше. То есть попробовать его отделить по размерам. В принципе, как раз подходит данный фильтр. Фильтр у меня, как видно, короткий. И можно будет попробовать поэкспериментировать. Вырезать как раз на вот эти вот части, где... На эти части, где стоит сеточка нулевого сопротивления. То есть, каким-то таким образом, когда это я все дело почищу, поставить, попробовать подрегулировать. Ничего сложного в том, как вырезать, нету. Одну сторону побрызгали. И вторую. Все, фильтр пропитали. Так, бензопила заряжена. Будем заводить. Пока бензопила холодная, я вынес ее на улицу. Пускай прогреется. Так, бензопила прогрелась. Сейчас занесу.
немножко большие холостые. На легкое нажатие нормально. Надо добавить там свой ход, потому что очень слабый. На легком нажатии. При этом я ничего не регулировал. Ой, дыма. В принципе, нормально. Нормально она себя чувствует. Никаких провалов нету. Нагадить-то я нагадил, а убрать-то надо. Ну все, в принципе, как все слышали, ни провалов, нигде ничего нету. В принципе, бензопила хорошо работает, да, регулировать вообще ничего не пришлось. Так, перепилил я эти бревна на колодке. Посмотрим, сколько выпилил. Ну, ребята, почти бочок ушатал, да, бочок, да? Угу. А, видно, вот, хорошо видно. Но еще не заглохло. Так, теперь будем скрывать крышку фильтра воздушного. Посмотрим, что же у нас здесь происходит. Так. Так, ну как мы можем видеть, есть здесь мелкие частицы, вот они. Так, момент истины. Так, есть, пропускает, да? Так, давайте посмотрим сюда. Вот здесь не пропускает больше всего. Ну, сейчас мы снимем, посмотрим, откуда может пропускать. По всей видимости, мне кажется, это может пропускать вот отсюда. Неплотно входит в этот канал. Ну, видно, по нему именно проходит, да? Ну, сейчас скроем крышку. Скроем крышку. Оп. И посмотрим. Может быть, еще и мало. Да нет. Здесь, ребята, все отлично. Нигде здесь не вижу, не наблюдаю мелкие частицы. То есть получается, у нас еще плотность очень слабая. Именно вот по вот этой вот окружности. Так как мы видим. Если брала из-под нижней части фильтра, то это бы, конечно, хорошо бы сказалось вот здесь бы. Вот здесь бы налипло. Но так как у нас здесь нету ничего, да? И вот здесь нету ничего, то больше всего вероятность пропуска у нас именно из-под судова. Так,
Ну, давайте еще откроем. Я ее не склеивал, эти три части фильтра. И иди сюда. Вот. Так. Ну, вот здесь немножко видно, частицы проходили. В принципе, оно все прилипло на самой пропитке. Такие вот дела. Ну, осталось тогда, получается, доработать именно вот эту часть. Очень слабо прилипает вот здесь, так как оно именно пропускает. Но уже, скажу я честно, не так, как было раньше. Но все равно мне это не нравится. Значит, будем дорабатывать. Но я все-таки имею такое подозрение, что это есть правильно. И еще во время процесса пиления добавил немножко винтом L топлива. Совсем чуть-чуть добавил. Буквально меньше четверти. Где-то середина четверти оборота. Вот такие вот дела. Ну, будем добавлять сюда резинку. Можно прикупить, у кого есть старая бензопила, у друга, у знакомого. Или же в магазине прикупить еще, я так подозреваю, пару штучек вот таких вот резинок. Так как у меня на бензопиле 6,3 кВт есть воздушный фильтр. И там сниму резинку. Я пока той пилой не пользуюсь. Такие большие деревья не пилю. Так что сниму оттуда вот и поставлю сюда. И потом, когда будет свободное время, поеду в лесополосу и буду экспериментировать. Ну, хотя можно еще добавить один кусочек такого же такого же импровизированного фильтра, так как я закрываю и вижу, что там еще неплотно снизу нижней части фильтра. Ну, кому было полезно, интересно, лайки ставим, на канал подписываемся, поддержите мой канал. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.